Чего хочет женщина? В предпраздничные дни мужчины пытаются найти ответ на этот вопрос в магазинах. Между тем, решение лежит на поверхности. Подарки к 8 марта выбирала Дарина Игнатьева. Дорогая одежда для фотосессий, солидные иномарки для важных мероприятий и даже мужья на час для ремонта в доме. Что только не берут в аренду россияне. Новый стартап придумали питерские предприниматели. Этот букет из 100 одной розы тоже можно взять в аренду. В качестве подарка себе любимой к 8 марта. Специально для тебя мы привезем шикарный букет из 101 розы. У тебя будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько захочешь. Стоимость аренды вместе с доставкой 1000 рублей. Дополнительно можем сфотографировать в салоне представительского авто 500 рублей. Огромный букет цветов и куча виртуальных лайков на зависть подругам. Неужели об этом мечтают женщины в преддверии 8 марта? Мнения женской половины редакции разделились. Цветам быть и в празднике, и без повода, сказали одни. Внимание гораздо важнее и дороже любого подарка, не согласились другие. Чтобы внести ясность, мы провели опрос в одном из торговых центров столицы. Мы задали девушкам один единственный вопрос. Какой подарок вы хотели бы получить завтра? Цветы, конечно, всегда хочется получать. Не только по праздникам. Кофе в постель. Завтрак, ужин, обед. Куда-нибудь провести вечер, сходить в кино. Парфюм. Я очень люблю парфюм. Без разницы, какой подарок. Главное, чтобы человек уделял себе внимание. Казалось бы, ничего необыкновенного. Именно такой набор пожеланий кочует из опроса в опрос. Интересно, знают ли о нем потенциальные дарители? Хотел цепочку купить, но потом передумал. Подарю, наверное, цветы, как обычно. Цветы. Цветы. А может быть, какой-то приятный сюрприз сделать, чем-то помочь по хозяйству? Как вы считаете, такой подарок оценит ваша женщина? Оценит. Сделаем с утра что-нибудь приятное. Приготовим. Уберемся. Значит, для того, чтобы весь день помогать маме и бабушке. Цветы купить проще. То ли не там искали настоящих романтиков, то ли действительно век рыцарей прошел. Одно можно сказать наверняка. Наши девушки не ждут от своих любимых огромных букетов и дорогих подарков. Как это ни банально, самым ценным подарком остается внимание. Провести этот день вдвоем, освободив любимую от домашних дел. Подарок недорогой, но желанный. Каким будет 8 марта в этом году, зависит только от вас, наши дорогие мужчины. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Сергей Адушкин. Республика.